В 2021 году в Московской области в рамках проекта «Светлый город» запланировано устройство наружного освещения на 341 объекте в 37 округах. В прошлом году пандемия помешала выполнить план, но в этом его реализация будет продолжена. В Одинцовском округе новое уличное освещение появится по ряду адресов в Одинцове, Малых Вязёмах, Успенском, Заречье и Голицыно. Уточнить их можно на портале администрации муниципалитета.